выполнении сложных и ответственных задач, в том числе проведении специальных операций по задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников, личному составу войск и органов приходится действовать в обстановке реальной опасности, переносить значительные физические и психологические нагрузки. Чтобы успешно справиться с этими задачами, личный состав специальных подразделений должен обладать высокими морально-политическими и психологическими качествами, в совершенстве владеть оружием и специальными средствами, приемами ведения рукопашной борьбы и уметь уверенно и хладнокровно применять освоенные приемы и действия в сложной, быстро меняющейся обстановке. Упражнения на металлической конструкции помогают вырабатывать ловкость, умение преодолевать чувство страха перед высотой, технически правильно приземляться. Основой физической подготовки являются упражнения, предусмотренные наставлением. Гимнастика, плавание, рукопашный бой, преодоление препятствий, эти и другие разделы наставления способствуют разностороннему физическому развитию личного состава. Кроме этого, личный состав должен в совершенстве владеть специальными приемами. Отбор военнослужащих проводится в индивидуальном порядке, комиссией в составе заместителя командира части, офицеров политического аппарата, врача, начальника физической подготовки и спорта, офицеров специального подразделения. Один из главных разделов физической подготовки. Разнообразные гимнастические упражнения способствуют развитию координации движений, смелости и решительности. Освоив основные гимнастические упражнения, личный состав переходит к изучению более сложных акробатических упражнений. Акробатика развивает пространственную ориентацию, совершенствует вестибулярный аппарат, содержит элементы вращения тела в безопорном положении. Обучение акробатики начинают с простых кувырков, переворотов и полетов. Постепенно упражнения усложняются различными препятствиями, включением элементов риска с надежной страховкой. Одним из основных акробатических упражнений является сальто вперед. Обучение нужно начинать с кувырков через плечо и голову с одновременной страховкой. Для уменьшения силы удара при падении и предупреждения травм необходимо обращать внимание на правильное расположение частей тела.
завершающий этап в тренировке сальто вперед, выполнение его без подкидной доски. Такие упражнения, как падение прямым телом вперед и назад, служат развитию решительности и смелости, помогают преодолевать чувство страха. Полученные навыки необходимо закреплять парными акробатическими упражнениями со встречным движением и точным расчетом. Задачи, выполняемые личным составом специальных подразделений, требуют от него совершенного владения приемами рукопашного боя, который включает в себя удары и блоки из системы карате, броски, болевые приемы, удушение и удержание из борьбы самбо и дзюдо, приемы и действия со штатным оружием. Для развития различных мышечных групп в разминку карате вводится ряд специальных упражнений. Особое внимание уделяется развитию гибкости в суставах, мышц брюшного пресса и силы ударов. Важное значение имеет правильное дыхание. Средством поражения преступника в рукопашном бою являются удары, нанесенные в уязвимые места. На стенде обозначены болевые точки, удары, которые приводят к различной степени поражения. Средняя степень поражения вызывает острую боль, приводит к замешательству и прекращению сопротивления. Тяжелая степень поражения приводит к временному параличу и даже смерти. Тяжелая степень поражения вызывает удары в основание черепа, в висок, адамово яблоко, солнечное сплетение, низ живота, почки, промежность. Личный состав должен твердо знать правомерность и законность применения этих ударов. Их разрешается наносить только тогда, когда жизни и здоровью граждан, сотрудников или военнослужащих угрожает реальная опасность. Стойка карате предполагает высокую боевую готовность, позволяет мгновенно перейти от защиты к нападению. Основными ударами рукой в системе карате являются удары основанием сжатых в кулак пальцев. Они выполняются тыльной стороной второго и третьего суставов среднего и указательного пальцев. В момент удара палец повернут внутрь, а ладонь вниз. Это создает дополнительную силу. Имитация ударов способствует закреплению изученных приемов. Удары ребром ладони наносятся способом рубка в лицо, по горлу и ключице, в область живота и поясницы. Сила удара зависит от правильного замаха. Атакующая рука отводится за голову, и удар наносится всем телом.
Наиболее мощным из всех ударов рукой является удар локтем. Он особенно эффективен в рукопашном бою при нападении противника сбоку, при попытке захватить сзади и за ноги. Удары тыльной частью кулака наносятся в висок, переносицу и в область живота. Удары основанием ладони наносятся согнутой запястье рукой. Ударной поверхностью в этом случае является часть ладони у основания большого пальца. Основание ладони применяется также и при блокировании противника. Основные удары ногой выполняются носком, пяткой, наружным краем стопы и коленом. При нанесении удара ступней вперед участвует основание пальцев и пятка. Вес тела приходится на отведенную назад и слегка согнутую ногу. Удары наружным краем стопы наиболее эффективны в голову и в живот. Удары пяткой используются при освобождении от захватов сзади и являются хорошим оружием при завершающих ударах. Одним из важных средств защиты в карате является блокирование атакующей руки или ноги. В необходимых случаях нужно уклониться от удара или отбить атакующую руку. Блоки проводятся кистью или предплечьем. Цель блока состоит в том, чтобы защититься от удара, нанесенного в любую точку тела. Существует несколько разновидностей защит предплечьем от ударов рукой или ногой. К основным из них относятся внешний, внутренний, верхний и нижний блоки. Сила удара руки тренированного человека может быть довольно велика. Правильно поставленный блок является надежной защитой. Поднимая руку и одновременно вращая предплечьем, можно увеличить надежность блока. Перед нами наглядный пример неправильно поставленного блока. А это правильно выполненный блок. Доступность и последовательность, наглядность и прочность усвоения знаний, индивидуальный подход. Вот важнейшие педагогические принципы в соответствии.
соответствии с которыми строится обучение военнослужащих специальных подразделений. Большое количество разнообразных учебных мест, их оборудование позволяют интенсивно и качественно проводить обучение личного состава. Отточенная, доведенная до автоматизма техника ударов и блоков позволяет достигнуть высокого уровня развития силы, быстроты, ловкости и выносливости. А тренировка на специальных тренажерах дает возможность наносить удары любой силы, не получая при этом травм. Особенностью тренировки являются многократные повторения каждого приема в оптимальном темпе. Тренировка ударов по боксерским лапам не только совершенствует координацию движений, но и имитирует движущуюся мишень. Сила удара в прыжке во много раз больше силы обычного удара. Для нанесения этих ударов необходимо развивать прыгучесть, что достигается тренировкой ударов по болевым точкам тела на стендах. Необходимыми элементами рукопашного боя являются броски, удержания, болевые и удушающие приемы из борьбы самбо и дзюдо. Главный элемент броска – выведение из равновесия тела противника. Совершенствовать технику изученных приемов позволяет использование кругового и поточного методов тренировки. Обучение приемам карате, самбо и дзюдо проводится в рамках правил этих видов спорта в спортивной форме с соответствующими ограничениями. Удары в уязвимые места тела лишь обозначаются. Броски проводятся со страховкой партнера, а болевые и удушающие приемы выполняются плавно, без рывков, во избежание травм. Но, как известно, преступники правил не соблюдают. Поэтому дальнейшее обучение происходит в военной форме одежды и в средствах защиты. Занятия по рукопашному бою формируют навыки борьбы с противником в рукопашной схватке, воспитывают мужество, инициативность и находчивость. Сначала отрабатываются простые элементы рукопашного боя – удары защиты, ответные удары без оружия. Затем тренировка усложняется приемами обезоруживания и задержания преступника, который применяет холодное и огнестрельное оружие, а также различные предметы. При обезоруживании противника, наносящего удар ножом, необходимо мгновенно уйти из-под оружия, отвести в сторону руку с оружием, провести один из болевых приемов, изъять оружие
и задержать противника. Умелое использование излученных блоков помогает проводить защиту от ударов ножом в любую точку – сверху, снизу, сбоку, наотмашь. Использование резиновой палки в сочетании с приемами карате и самбо является сильным средством защиты и нападения. В соответствии с приказом министра внутренних дел СССР, она применяется против лиц, вооруженных холодным и огнестрельным оружием, то есть тогда, когда нападение вооруженного противника другими средствами отразить невозможно. При этом запрещается наносить удары резиновой палкой по голове, горлу и шее. Существует несколько способов изъятия огнестрельного оружия. Основным требованием при обезоруживании противника является отбив руки с оружием и одновременный уклон туловища. Руководитель группы обращает внимание на особенности защиты от противника, наносящего уколы автоматом. Автомат здесь используется для сковывания противника и проведения болевого приема. Защита от укола автоматом и обезоруживание аналогичны защите от других видов оружия. Сначала уклон, затем отбив, ответный удар по ключице, обезоруживание, бросок, задняя подножка и завершающий удар. Знание личным составом правомерности применения приемов рукопашного боя является необходимым условием строгого соблюдения социалистической законности. Это требование постоянно разъясняется личному составу на политических занятиях всеми формами идейно-воспитательной работы. При задержании вооруженных преступников личный состав в зависимости от сложившейся ситуации использует средства индивидуальной защиты. Жилет защитный, легкий, каска стальная армейская, пластмассовый щит, каска защитная с забралом. Тренировки личного состава в начале обучения должны проводиться в спортивной или военной форме с использованием макетов оружия. В дальнейшем занятия проводятся с боевым оружием в средствах защиты. Вес оружия, средств защиты и снаряжения составляет более 10 килограмм. Психологическая готовность к встрече с противником в рукопашной схватке зависит от уверенности в своих силах. Умение применять приемы в любой самой сложной обстановке
стремление сблизиться с противником. Эти качества вырабатываются во время учебно-тренировочных схваток с одним, а впоследствии с двумя и тремя условными противниками. Тренировки с применением защитных жилетов позволяют отрабатывать удары реально в полную силу, в том числе и удары резиновой палкой. Для того, чтобы успешно действовать в боевой обстановке в средствах защиты, с оружием и снаряжением, личный состав должен тренироваться в такой же форме. Умение использовать в рукопашном бою резиновую палку и пластмассовый щит позволяет не только успешно защищаться, но и переходить действием. Вы видите тренировку различных комбинаций, состоящих из ударов, блоков, бросков, болевых приемов. Такие действия, доведенные до автоматизма на учебных занятиях, затем могут успешно применяться при выполнении служебно-боевых задач. Проведение периодических тренировок в затемненном зале с включением импульсных разноцветных вспышек, использованием специально подобранной музыки, помогает формированию у личного состава устойчивой психики, невосприимчивости к отвлекающему воздействию различных внешних раздражителей. Кроме того, выполнение ударов, уколов и бросков проводится с одновременными возгласами. Они способствуют увеличению силы удара. В боевой обстановке оказывает деморализующее воздействие на противника. А на учебных занятиях дисциплинируют военнослужащих, создают у них положительный эмоциональный настрой. В критической обстановке, при явном нападении преступника, когда нет возможности применить огнестрельное оружие, воин специального подразделения должен уметь нанести удар с короткого расстояния ножом, малой лопатой и другими предметами. Метание ножа, специальной вертушки и малой лопаты в цель развивают меткость, точность, силу броска. Для закрепления изученных приемов и действий проводятся регулярные комплексные тренировки. На этих занятиях приемы выполняются на определенном тактическом фоне, который должен постоянно усложняться. Для этого вводятся элементы опасности и риска. Варианты комплексной тренировки разнообразны, но каждая из них включает действия, связанные с преодолением огненных преград в акробатическом прыжке
в сочетании с приемами рукопашного боя. Для комплексных тренировок оборудуются специальные учебные места с тренажерами, макетами преступников, применяющих огнестрельное оружие. Умение десантироваться с движущейся автомашины помогает избежать травматизма при действиях в критической обстановке. Обучение десантированию проводится на специально оборудованном участке местности. Начальная скорость автомашины 5-10 км в час, максимальная скорость не более 30 км в час. Особое внимание следует обращать на подгонку снаряжения, положение автомата и правильную группировку тела. Для повышения психологического напряжения проводятся занятия на огненной полосе, где создаются участки разрушений и заграждений, внезапные шумовые и световые эффекты. Преодоление 3-метрового забора проводится различными способами, с помощью подручных средств, с опорой на плечи товарища и другими. Для усиления психологического воздействия и совершенствования приемов рукопашного боя инсценируются схватки в разрушенном горящем здании. С целью подавления чувства страха перед высотой личный состав преодолевает препятствие по тросу, натянутому на высоте 5-6 метров. В реальной обстановке может возникнуть необходимость преодолевать разрушения на горящей лестнице и совершать прыжки из окон здания. Строгое соблюдение мер безопасности на всех занятиях должно быть направлено не на отказ от опасных и рискованных ситуаций, а на предупреждение и исключение несчастных случаев и происшествий. Преодоление препятствия на качающейся опоре способствует развитию координации движений и вестибулярного аппарата. Преодоление арочного моста и зигзагообразного кирпичного прохода вырабатывает у военнослужащих умение защищаться от зажигательных средств и подавлять чувство огнебоязни. Обучение действиям в подземных коммуникациях при наличии воды
в условиях ограниченной видимости вырабатывает у личного состава умение ориентироваться в сложной обстановке и быть готовым к внезапной встрече с противником. Для сближения с преступниками, укрывшимися в здании, специальные подразделения обучаются перебежкам и переползаниям. В исключительных случаях, на открытой местности, когда преступники оказывают огневое сопротивление, личный состав приближается к объекту под огнем групп прикрытия. Проползание под огнем для сближения с преступниками формирует у воинов специальных подразделений эмоционально-болевую устойчивость. Личный состав должен уметь выборочно, сверхметко поражать цели в условиях ограниченного времени, метать боевые гранаты на ходу после выполнения больших физических нагрузок. На занятиях по ускоренному передвижению вырабатывается высокая выносливость, длительное время сохраняется активность, закаляется организм. Марш-броски должны проводиться на трассе с неожиданными поворотами, проложенными через овраги, карьеры, другие естественные и искусственные препятствия, по неровному и сыпучему грунту, глине, по заболоченным участкам. Познакомьтесь с одним из вариантов марш-броска. На первом учебном месте различными способами преодолевается водная преграда. В учебном месте выполняются приемы и действия с автоматом, объединенные в специальный комплекс. Тренировка приемов штыкового боя проводится поточно, с обязательным нанесением укола по фашине в групповом упражнении отрабатываются уколы, удары прикладом и магазином в сочетании с ударами руками и ногами. We'll be right back.
На огневом рубеже, оборудованном на третьем учебном месте, отрабатываются скрытное передвижение и приемы сверхметкой стрельбы из автомата в ограниченное время. При этом цели должны поражаться ниже пояса. Наращивание нагрузки и психологического воздействия достигается проведением тренировок при неблагоприятных метеорологических условиях, при сильном встречном ветре, высокой и низкой температуре, вначале с облегченной, а в дальнейшем с полной выкладкой на отдельных участках в противогазах и в защитной одежде. На четвертом учебном месте преодолеваются огненные и загазованные участки местности. Это воспитывает у личного состава смелость и находчивость, вырабатывает сноровку и психологическую готовность к активной защите от зажигательных веществ. Затем воины штурмуют труднопроходимые участки местности. Систематические тренировки в преодолении горных препятствий с усложнением обстановки служат средством болевой закалки. Умение забрасывать кошку помогает преодолевать скальные, отвесные стены значительной крутизны. При преследовании вооруженных преступников применяются разыскные собаки со средствами связи, проработкой следа без поводка на удалении от группы до 300 метров. Тренировка их проводится совместно с группой захвата специального подразделения. На следующем учебном месте совершенствуются приемы рукопашного боя. Создание нестандартных ситуаций, в данном случае нападение хорошо замаскированного условного противника, заставляет военнослужащих постоянно быть готовыми мгновенно оценить обстановку и принять единственно правильное решение. Преодоление препятствия на седьмом учебном месте способствует формированию у личного состава таких физических и психологических качеств, как смелость и решительность, координация движений, молниеносная реакция, умение подавлять чувство страха. Подобные ситуации могут встретиться в реальной обстановке, когда иным способом преодолеть внезапно возникшие препятствия невозможно. Здесь необходимо иметь надежную страховку, исключающую травмы и несчастные случаи. Личный состав специального подразделения обучается захвату вооруженных преступников с учетом освобождения заложников, находящихся в здании.
во время штурма здания приобретаются навыки в использовании специального средства «Черемуха», а также гранатомета с инертной гранатой для выбивания замков и запоров забаррикадированных дверей. Для выдвижения групп захвата к зданию выбираются, как правило, скрытные подступы, участки местности, ненаблюдаемые и непростреливаемые преступниками. С целью проникновения в верхние этажи зданий используют различные способы и средства. Наиболее распространенными являются раздвижная лестница и шест. Штурм здания проводится с нескольких сторон. Для усиления психологического воздействия внутри здания создаются пожары. Использование специально подготовленных собак позволяет успешно захватывать вооруженных преступников. Система обучения специальных подразделений направлена на то, чтобы личный состав умело использовал возможности своего оружия и специальных средств. Весь арсенал приемов рукопашного боя, строго соблюдая при этом социалистическую законность. Военнослужащие должны обладать бесстрашием и стойкостью, активностью, храбростью и смекалкой, высокими морально-политическими и психологическими качествами. Воспитанные в духе преданности коммунистической партии и социалистической родине, воины специальных подразделений готовы идти на подвиг, не считаясь с опасностью для жизни, во имя своего народа.